Приветствую, дорогие зрители и гости канала. Хотел показать, как у меня растут. Недавно как бы я сделал обзор на них, и как они выглядят вот сверху в аквариуме. Буцефаландры довольно мелкие. Слева это буцефаландр Arrowhead. Справа вот так вот растет такой кочкой буцефаландр Brownie Phantom. Очень так красиво выглядят. Сверху просто замечательно. И вот видно, что Arrowhead такой темноватый лист. А у Brownie Phantom лист такой синеватым оттенком. Они отличаются. И Brownie Phantom такой мелковатый. Более мелкий лист. У Arrowhead, конечно, вот он. Покрупнее лист. И первые вот эти листики какого-то зеленоватого, желто-зеленоватого оттенка. А уже более старый, более темного. Brownie Phantom, конечно, выглядит в аквариуме супер. Классные буцефаландры, всем советую. Они у меня приподняты, посажены в такую чашечку из китайскую, поближе к свету. Если будет появляться ксенококус, я буду, конечно, убирать, ну, затенять. Пока им все нравится, я как бы поближе к свету. Так они замечательно выглядят в аквариуме. Еще раз всем рекомендую буцефаландры. Очень красивое растение. Чем больше видов, тем лучше. Спасибо всем за просмотры. Ставьте лайки. До новых встреч. Спасибо еще раз огромное.